Здравствуйте, уважаемые! Сегодня я хотел бы немножко рассказать о том, как можно подключить стиральную машинку, не врезаясь непосредственно в канализацию, в стояк, для того, чтобы не менять старые системы все, не вырезать трубы на новые. И особенно этот способ полезен и удобен для использования в таких санузлах старого типа, как, например, вот мой. Значит, показываю, демонстрирую. Стиральная машинка подключена у меня в ванной. Здесь, вы видите, идет шланг, который идет для слива воды. Шланг я подключил через второе отверстие. Вот видите, бачок старого типа. Здесь система, которая непосредственно, видите, перекрывает воду и запускает воду. Здесь система или кнопка, или поднятием, значит, этого механизма сливается вода в унитаз. И здесь, ну, мне кажется, во всех унитазах, непосредственно в бачках, стоит система перелива. Вот такое вот отверстие, вот такая вот труба, которая служит для того, чтобы сливать лишнюю воду, если механизм у нас сломается, непосредственно в унитаз, чтобы не затапливать пол и, соответственно, соседей. Этот слив я использовал как слив из стиральной машинки. Видите, здесь диаметр трубы большой, поэтому от шланга от стиральной машинки он намного меньше. Поэтому здесь этот слив, он не перекрывается полностью, то есть он работает и как аварийный слив, и также работает непосредственно для стиральной машинки. Таким образом, что мы имеем? Мы имеем рабочий унитаз и машинку, которая будет работать на слив через бачок. Нам не нужно не будет ничего делать самим. Ни вставлять в унитаз, ни врезаться непосредственно в стояк. Вот такой вот простой способ. Я решил, возможно, кому-то будет полезен. Всем спасибо. До свидания.